Барухата Адонай Лухейну Мелеха Алама, Шарбрахабану Миколь Гемим, Винатанлану Этерото, Барухата Адонай Нотен Хатора. Благословен Ты, Господь наш, Владыка Вселенной, избравший нас среди народов и даровавший нам Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амен. Скажу, что я при подготовке пережил определенный жизненный опыт, потому что когда хотел перенести информацию из компьютера на планшет, я понял, что планшет забыл на работе. И сразу такой попал в легкий ступор, что это такое, а как жить дальше? И мне пришлось немножко подумать, даже не немножко, а так подумать, прежде чем понял, что есть же бумага. Вернее так, есть бумажные носители информации. И теперь самое главное перелистывать, а не вот так вот делать. Да? Итак, сегодня раздел Торы Матот. Это Бамидбар, числа, 32 стих, 32, 42 стих. В разделе об обедах, об обетах, война для общения с медианитянами, условия, на которых колену Рувима, Гады, половины колена Манаси, позволяется поселение на восток от реки Иордан. И раздел так называется, потому что он начинается со слов. «И сказал Моисей начальникам колен, Матот, колен, сыну в Израиле, говоря, вот что повелел Господь». И читаю дальше. Мы комментируем Тору, поэтому читаем дальше слова Торы, то есть, чтобы вы поняли, откуда у меня идут размышления. Это мы читаем 30 главу с 3 стиха, где говорится об обетах. «Итак, если кто, это относится ко всем, к мужчинам и женщинам, даст обет Господу или поклянется клятву, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Запомнили, да? Это к каждому относится от тех времен и до сегодняшнего дня. «Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее зарок, который она положила, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится». Так, я не разучился листать. Так, «если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил отец ее. Если она выйдет за мужество, а на ней обет ее, или слово уст ее, которым она связала тебе, услышит муж, то ее услышал, промолчит, ну и так далее. Короче, муж то же самое, да? Если промолчит, то состоятся. Если не промолчит, значит, вернее, если услышит, то он может расторгнуть, отвергнуть ее, здесь так написано, отвергнуть обет ее, который на ней, слово уст, которым она связала себя, и Господь простит ей. Что мы видим в этом отрывке? Мы видим, что духовный мир очень внимательно следит затем, о чем мы говорим, особенно когда мы даем некие обеты, это что-то, ну что я буду делать, или зароки, я не буду чего-то делать. Вот. И духовный мир ожидает их исполнения. И я хочу сказать, что как только слово наше, оно вылетает, да, в виде обета или зарока, уже там все записано, значит, учтено, и носители информации вечные, то есть они серьезные, вот, там все нормально, не сотрется. Поэтому нам надо быть внимательным к этому. Дальше, мы видим, что мужчина имеет власть в семье, да? Мощную духовную власть. Ну, это, знаете, это даже не столько власть управления, мы видим здесь, да? Ну, имеется в виду, там, иди туда, делай то и так далее. Здесь власть какая? Ответственности, да? Он ответственен, он может промолчать, как бы не заметил, и что-то состоится, хорошее или плохое. А может, наоборот, отреагировать, и что-то состоится или что-то не состоится. То есть он ответственен за духовную жизнь своей семьи. И у женщин, если они соблюдают принцип власти, у них есть хорошая возможность, что прийти к мужчине, да, вот, или каким-то косвенным образом, известным только женщине, да, сказать, что есть некий зарок, который ее немножко угнетает, да, ну, который как бы, она поняла, что что-то не то. Вот. И мужчина, будучи умным, да, и имеющим власть, он может помочь ей в этом вопросе. Ну, я больше сегодня буду говорить не столько о зароках и обетах, да, хотя можно здесь углубленно говорить, вот, но мне больше хочется, немного времени, потому что времени не так много, хочется уделить Божьему принципу власти, который очень явственно виден в данном отрывке. Потому что идея власти, она пронизывает все мироздание. С духовного мира
значит, до материального мира, абсолютно все находится под властью. Вот смотрите, Псалом 95:10. «Скажите народам, Господь царствует». Аминь. Да? Царствует – это осуществляет свою власть. «Потому тверда вселенная». То есть вселенная тверда, потому что Господь утверждает свою власть во всех сферах духовного и материального мира. Аминь. Здесь говорится о том, что власть на небе и на земле, если она кому-то и делегируется Богом, да, вот, то она ограничена и дана для управления какой-то сферой жизни. Даже князь мира сего имеет определенную власть, которая дана ему до времени. У ангелов есть, то есть у духовного мира тоже есть власть, и архангелы, им тоже дана власть. Вот Откровение посмотрите там, и вот, значит, вострубил там, или там заговорил там ангел, который имеет власть, да, то есть они имеют власть тоже. У людей есть власть владычествовать над землей, которую он в какой-то степени утратил, да, в саду, но тем не менее пытается это делать, ну, а все творение стенает, глядя на то, как он осуществляет свою власть. Павел говорит, что само творение, сначала мужчина, а потом женщины, заложило основу власти в семье. То есть то, что мужчина, то есть Бог же мог сразу сотворить, правильно? И мужчину, и женщину. И он их сотворил, ну, в духе, вот, но появились они поочередно. И вот эта очередность, она говорит о том, ну, как Рав Шауль говорит, она говорит об определенной тоже власти и в отношении в семье между мужчиной и женщиной. И сейчас вот я немножко остановлюсь на семейной власти, потому что здесь в отрывке больше затронута тема власти в семье. Да? Вот. Поэтому, когда мы говорим о семейной власти, мы видим, что эта власть такая, своеобразная. Это не столько власть командовать, сколько больше власть отвечать. И если мы смотрим, ну, быть ответственным, да, быть ответственным за то, что происходит в семье. И я хочу сказать так, я никогда не потакаю мужскому шовинизму, который желает безоговорочного подчинения женщины мужчине. Ну, типа вот, я же здесь главный, да, все упало, отжалось, и делай то, что я сказал. Вот. Честно говоря, я абсолютный противник именно таких мыслей, потому что в Брит Хадаша, в Новом Завете, я вижу совершенно другое. Мужчина имеет власть отдавать свои силы, свою жизнь за свою женщину, за своих детей, за свою семью, и это является основой его авторитета. То есть если, Брит Хадаша говорит, что если это осуществляется, то есть если мужчина поступает так, как Иешуа поступил в отношении церкви, отдал свою жизнь, ну, женщина, она снимет свою корону и положит перед ним, она скажет: «Ты вообще, я готова, говори, что мне делать». Она будет спокойна, потому что он священник, да, он добытчик, он любит ее и так далее. Вот где основа мужской власти. Она, еще раз говорю, основана не на принципе руководства, кто в доме хозяин, а на принципе ответственности, кто отвечает за все. И этот принцип говорит о том, я себе так сформулировал, что если в семье есть проблемы из-за женщины, то виноват в этом кто? Мужчина, правильно? Женщина, да, поклопает. Это, я в это глубоко верю. Почему? Потому что мужчина, он священник. У мужчины есть власть. И если он власть неправильно осуществляет, то, соответственно, у него в семье есть определенный непорядок. И жена ведет себя несоответствующим образом. Но если мужчина, он осуществляет свою власть, можете поверить, да, если он священник, жена спокойна, если он делает все, что должен делать мужчина, все будет окей. То есть, если мужчина приводит жену, например, к Ребе, и говорит: «Ребе, что-то она ведет себя неправильно», то Ребе разбирается сначала не с тем, в чем она неправильна, он разбирается, насколько эффективно было лидерство этого мужчины, насколько эффективно было священство его в этой семье. А потом он уже смотрит последствия его неэффективного лидерства и священства. Это мое глубокое убеждение, это мое богословие. Вы можете с ним соглашаться или нет. Это с одной стороны. А с другой стороны, Библия говорит о том, что женщина не только субъект управления в семье, но также и объект. То есть не только ею, но и она участвует в управлении семьей. Например, притча 14:1 говорится о том, что мудрая жена устрояет свой дом. Аминь.
Значит, я не слышал, что мужчина там сильно устроял что-то. 31 главу притч мы почитаем. Да там мужчина, он вообще какой-то такой, тень какая-то такая, понимаете? Вот. Единственное, мне нравится одно, что он известен. Вот. То есть, говорится, что мудрая жена устрояет свой дом, а 31 глава притч говорит о том, что она... Но она очень активна во всех сферах. Она и поля покупает, и, значит, там этими, и руководит служанками, да. Вот. И там она очень, ну, у нее жизнь такая очень своеобразная. Она, написано, даже физкультурой занимается, потому что написано, что она крепкая, там у нее укрепляет она мышцы свои. Ну, это я так шучу. Вот. То есть, ну, и здесь говорится о том, что мужчина определяет, то есть если он известен у ворот, то есть он законодатель, да, он определяет духовные основы своей семьи, он ведет свою семью в правильном направлении. Ну а жена здесь, она делает свое дело, ее семья, что? Процветает. Итак, мы только что поговорили о семейной власти внутри семьи и видим, что там не все так однозначно, как некоторые думают, да, ну я имею в виду, что там кто там главный и так далее. Есть идея родительской власти и необходимости детям подчиняться родителям. Есть институт экономической власти, работодатели. Есть институт духовной власти в общине Божьей. Да? Общество управляется властями. То есть мы видим, что идея власти, она с неба, от неба до земли. Да? Вот. И когда мы говорим о воле Божьей, да, то есть мы видим именно, то есть пусть воля Божья, пусть власть Божья, она будет утверждена на небе и на земле, в том числе и через тех, кому делегирована эта власть. Вот. Потому что почему? Потому что в этом устойчивая вселенная. И поэтому враг так активно выступает против любой власти. Он просто ненавидит, он любит хаос, анархию. Почему? Потому что это будет мутная вода, ему легко ловить рыбку в этой мутной воде. Поэтому Господь очень ревностно относится к тому, что люди нарушают власть на любом уровне. Принцип власти на любом уровне. Он очень ревностно относится к этому. Вот. Когда они злословят, клевещут, плетут интриги относительно властей. Да? Вот. И у меня такая вот в окончании своего комментария такая небольшая реплика. Вот. Сейчас у нас прошли выборы. Очень неожиданно они закончились, да, ну, с какой-то степени ожиданно, а с другой степени неожиданно, потому что одна политическая сила впервые за десятилетия теперь имеет власть что-то сделать в нашей стране. И знаете, и многие восприняли это положительно, но многие, ну не то, что многие, но часть украинцев, да, в том числе и верующих, они восприняли это неоднозначно. И я так вот смотрю, знаете, у меня там в Фейсбуке иногда заходишь, друзей, говорится, хватает, и я смотрю, что, мне не нравится вот это вот отношение. То есть люди еще ничего не сделали, да, они уже лепят фотографии Шарикова, да, и говорят, ну, Шариков, типа от Шарикова, я пойду в депутаты. Ну, типа там избрали Шариковых в депутаты. Спрашиваю, а почему Шариковых? Ну, потому что там фотографа избрали. Я посмотрел этого фотографа. Значит, ну парень до 30 лет в час зарабатывает 1300 гривен. Это о чем-то говорит вообще? Это говорит о том, что он профессионал. Потому что не каждый фотограф зарабатывает 1000 гривен. Это говорит о том, что он в молодые годы, он добился чего-то. И для меня это основание того, что он может добиться и в политической области. Если он учится, если он научился стать профессионалом, лучшим, почему бы ему не стать лучшим политиком? Тем более, сейчас их соберут, вот эту вот всю фракцию увезут в Трусковец, и целую неделю наших депутатов будут учить, ну, законодательству и управлению государством. Лучшие умы нашей, ну, Украины и не только. Понимаете, это впервые вообще, когда депутатов чему-то учат. Они типа уже приходят, уже как бы все знают, понимаете. Вот. Поэтому, друзья, значит, заканчивая вот эту вот идею власти, на которую, ну, меня натолкнула как бы сегодняшняя тема комментария, я просто увещеваю, если кто-то участвует в этих делах тьмы, да, типа там подсмеивается, там, что-то там говорит, там, начинает пророчеством, что там некоторые пытаются пророчить, да вот увидите, да у них ничего не получится, да еще там что-то там, да, вот. Не участвуйте ни в коем случае. Если кто-то из друзей, увещевайте, рассказывайте, что есть принцип власти, да, и наша задача благословлять и молиться за нее, чтобы у них все получилось, чтобы та ситуация, которая реально сложилась, уникальнейшая ситуация, когда реформы могут пройти и жизнь может измениться, может быть не просто, но измениться, чтобы оно сбылось и состоялось. Аминь. Ну, слава Богу, я
вижу, что меня поддерживают. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в сотрудничестве, не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.